Всем привет! Сегодняшний репортаж у нас о уборке квартиры. Как вы видите за мной, сейчас очень страшный... Короче, мне предстоит убрать всю эту закученную злачную эрию, а также показать вам некоторые мелочи другого подоконника и убраться еще в двух местах. I can do this. Итак, друзья, до того, как я начну снимать таймлапс видео уборки квартиры, злачных мест, я хотела бы просто показать небольшой отрывок своего драйва, как же называется, своей поездки обратно из терапии домой. Очень красиво было по-осеннему. Вот такая дымковая красота у меня сейчас по дороге домой. Кому нравятся такие пейзажи, ставьте лайк. Мне очень нравится. Это специальная такая, немного грустная осенняя пора. Сегодня был дождичек, и теперь вот такие красивые облака опали на наши небольшие горы. Мне очень нравится, успокаивающая погода. Как будто бы все в таком отблеске. Все успокоено. Красиво. Я хотела заснять, какое чудное или чудное освещение сейчас. Видите? Наверное, на камеру не настолько это красиво будет. Но у меня такое состояние просто. Какое-то чудо наступило. Наверное, где-то есть все-таки радуга. Я пойду посмотрю. Вот здесь у нас вот античный магазин. Где-то она должна быть. Я не вижу. Интересно на улице. Вот я стою, кайфую. Медленно-медленно облака идут. Птички. Все, красота. Ладно, пойду обратно внутрь. Вот и дом наш родной. Сейчас. Я открою вам дверь. И мы go. Думаю, никого сейчас нету. Паша работает в офисе еще. Кого? Паша сегодня будет встреча. Здесь буду только я и Феникс. И кошечки, естественно. И все. Да, Финюша? Наш private night. Да. Специально, да. Только я и Финюша. Только я и Финюшка. Вот он так пролезает через мои ноги. Только я и Филюшка. Только я и Филюшка. Только я и Филюшка. Фини. Вываю бейби. Вываю письки бейби. Вываю письки бейби. Вот он опять через ноги мои брал. И вот так все время, и вот так все время. И вот так все время, да? Финни, we gotta set up the camera. Hold on, buddy. We gotta set up the camera so people can see. Чтобы люди могли увидеть, как он. Финни, come here, honey. Come here, Финни. Must be. Come here. Oh, good boy. Good boy. Where are you? Good boy, Finn. Good boy. Вон ножками прихлопывает. Финюшка. Финюшка, он обратно приходит. Давай, Финни, обратно приходи тоже. А, он кругами сейчас решил делать. Решил делать кругами. Вот, вот так вот он обычно делает и туда, и туда. И туда. Да,
Диа, почесунчик. 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 Уфинюшки. 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 Такие у нас ласки стандартно происходят каждый день, когда я прихожу домой. Или когда мы расстаемся, да. Угу. Да, Финюша. Да. Ну, ты мой зонтик, ты мой красавец любимый. Да. Ты мой принцинг бьюти, да. Ты моя красавица любимая. Ты мой хороший, ну все. Ой, ты моя Финюшка. Ой, нет, моя Квасява. Да? Мама, был тяжелый день, ты знаешь все, да? Ты знаешь все, тихо. Тихо. Get down, I love you too. Hey, easy, get down. I love you too. You're a good boy. All right, finish, all done. Ладно, я буду раздеться и здесь прибраться. Фенька. А из нашего окна вот так вот выглядит у нас окошко ванной. Вот такие все маленькие детали. Эту вот штучку мы тоже выиграли на бенефите для нашего друга Дэна. Это тоже Yankee Candle. Pumpkin Spice. То есть тыквенная специя, как бы. Мне очень нравится. Вот этот набалдашник тоже для Yankee Candle. Он очень красивый, голубой. И вот там вот такая красивая чересетка, конечно, но красивые вот такие горы. Очень красиво. И еще одно окошко. Здесь у меня в основном растет лук, салат и еще лук-порей. Просто делаем, обрубаем конец салата, который у всех остается, и из него после времени, если изменять воду, будет расти новый салат. Вот я буду снимать постепенно, как это происходит, но уже видно, что выросли 2-3 новые ветки из корней. Я просто меняю воду часто, чтобы ничего не пахло. А здесь тоже самая история. Вот просто корни остались, да, от лука. Обрезал их. И потом пускай живет новый лук. Его тоже можно обрезать, а когда он немножко подрастет, и добавлять в салаты. В супы, во что угодно. И все эти камушки, кристаллы помогают им заряжаться. Вот это мой любимый камушек. Я его нашла на участке пола на озере. Он мне напоминает такую змеиную голову. Что-то такое змеиное есть. Вот здесь вот нос, змеиная такая морда. Но если внимательно присмотреться, очень-очень красивый дизайн. То есть мне очень-очень нравится. Ребята, Финь, Бат, cut it out. Красиво. Просто красиво. Меня собаки так послушались, я вообще обалдела. Вау, ребята, вы действительно, я сказала cut it out, вы успокоились. Молодцы какие. Хорошие собакины, молодцы. Ладно, все, положу свой камешек обратно. Пожелаю всем хорошего вечера. И пойду убираться в комнате. Может быть, я засниму сей героический поступок, потому что... Ну, а что рассказывать? Я просто покажу. Сегодня у Паши длинная... сборы какие-то, там не знаю, как назвать по-русски точно,
Так вот, фени. Так вот, из-за этого я буду дома одна. Джоник сегодня у своего папы. И мне предстоит, вот здесь вот все нормально, да, выглядит как бы, ну хотя тоже, ага. Но здесь вот у меня самая большая проблемная зона. Вот что у меня здесь. То есть мне предстоит убрать все это из нашей спальни. Потому что это все нужно рассортовать, вымыть то, что нужно вымыть, выкинуть, что нужно выкинуть, убрать, что нужно убрать. И потом это будет выглядеть гораздо лучше. И вот здесь еще одна Пашина зона. Надо быстрее ее убирать. Я не буду особенно концентрироваться на том, как они выглядят сейчас. Но если я сделаю любимый наш таймлапс, то я тогда не буду мне стыдно показать в очень быстром как бы пропуске, как я всего этого достигла, да? Я смешно смотреть на себя там, когда ты бегаешь такой. Ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла, ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла. Быстро все делаешь, и это совсем все ускоряется и выглядит не так страшно, как когда ты еще. Ну, так же, как с упражнением. Выглядит так все смешно и легко, когда ты записываешь, что ты делаешь упражнение, да, вот на съемке. А когда в реалии ты там полчаса должен отпрыгать, и очень тяжело. Так что сейчас буду делать уборку этих двух злачных мест и поставлю себе мотивацию, чтобы заснять это. Вот так переменила свои планы. И надеюсь, что всем это понравится. Феня вообще самый нежный товарищ. Вот я сейчас разгружаю свои сумки на полу. Он вот так заботливо стоит около мамы. Всегда готов поддержку оказать. Никогда не оставляет меня одну. Да, Фенюшка? Кругами вокруг мамы ходит. Всегда преданный друг со мной. Всегда со мной. Фенюшеньки, родные зайчонки. Да, все время вокруг мамы мы ходим. Все время вокруг мамы мы ходим. Да, напоминает маме, что нужно убираться и там, и там, и там, и там, и там. Да, везде. Ой, Феня, еще и поиграть с тобой надо, а? Еще и поиграть с тобой надо, а? Сейчас. Подожди, Бобиникс. Подожди, Бобиникс. Подожди, мой Феникс. Подожди, моя зайка. Бербусика. Бербуся. 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 О, ой, Федюшка, ой, Федюшка, ой, Федюшка, у мамы много работы, я не могу с тобой так долго играть. Да, у мамы много работы, здесь много. Да. О, этого я не ожидала. И вот Бад опять у нас в гостях. Сейчас они друг друга развлекут. Молодцы. Так они играют уже год вместе. И всегда рычка, всегда такая показушная агрессия, но они друзья до гроба. Но рычания там столько много рычания прямо. Столько рыков от таких собак. Ой, ой, Феня. Переходят на уже боевой манер. Да-да-да-да-да-да. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, кто победит. Сейчас посмотрим. Вчера еще у нас Джоник был, а сегодня уже нет никого. И вот так часами.
Ну что, по-моему, очень хороший результат. Сейчас буду показывать. Во, как вычистилось все, а? Если кто помнит, как было до этого. Это я не трогала, это все Пашино. А по-моему, ничего я сделала. Во. Все более не менее сложено аккуратно. Так что живем. Mm-hmm.